Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Улха. 16 день и 30 рун я забираю. Так, давай-ка глянем, у нас есть доступные события. Ага, выживание, но оно будет доступно через день и 20 часов. То есть через двое суток, скажем так. Ну что, Беззубик, что ты мне принес? Опять 7 миллионов древесины. Опять он мне всякую лабуду тащит, а? В дом. Ладно, отправим его дальше на поиски. И опять же, за нашим драконом, которого я должен получить. Естественно, это шипорез. Рано или поздно, ребята, он принесет. Возможно, долго придется ждать, но принесет он его. Так, ну что, улучшаем наш домик. Вот этот вот. Улучшение сооружения. Новый ресурс, склад железа. Так, улучшите склад железа, чтобы хранить до 400 железа. Вот именно это я и хотел сделать. Так, уже доступно. Ресурс. Окей, перейти. Для того, чтобы его прокачать, что нам понадобится? 600, друзья мои, древесины. 600 древесины, твою налево, а? Где мне столько взять? М? Вот где мне столько взять в данный момент? Нигде. Ладно, посмотрим, может быть, мои дракончики что-нибудь принесут мне в помощь, так скажем. Так, ну здесь ничего нету. Так, тебе, малыш, надо отправить тренироваться. Лети. Спасибо за рыбу. Спасибо за древесину. А эти-то что у меня простояли? Ё-моё. Они у меня просто тупо простояли на месте. Даже никуда не летали. Это мое было упущение, друзья. И этот тоже здесь простоял. Твою же дивизию. Лети. 120 тусклого янтаря. Янтарь — это, конечно, все хорошо, но он как бы мне вообще сейчас не нужен. Так, за древесиной отправим тебя. Не, ребят, 600 лямов мои драконы, ну, просто не принесут, физически не смогут принести. Поэтому... Если только... У нас с тобой есть, допустим, сейчас... Подожди секунду. Так, тут у нас ничего нету. В паках. Я имею в виду, если мы, например, закажем пак с ресурсами. Ну-ка, где он там? За монетки. Нет. Они не появляются. Понимаешь? Они не появляются обратно. Это плохо. Тогда давай открывать с тобой загадочные паки. Так, что у нас тут? Шторморез, ужасное чудовище, древоруб. Угу. Ну и немножко ресурсов. Так, монетки. Чудовище, душитель, громобой. Ну и все. Так, откройте два набора карточек. Давай, наверное, заберем наши награды здесь. Раз сегодня у нас события нету, пойдем на арену. Ну, а что сделать? Если ничего другого нам не дано пока. Так, здесь забираем какой-то медальон. Опять же, тусклый янтарь. Так, это зеленая смерть. А теперь ты. Грибы и тоже тусклый янтарь. Так, ты что-нибудь дашь мне? О, бусы. Спасибо. Так, лети. Ага, понял. Все уже занято. Все места для леса уже... Как говорится, оприходовано. Так, рыбинок. Давай, лети бесплатно. Здесь барсик у нас. Угу, 12 рун. Отлично. Пускай летит в лечебницу, я не знаю, там. Смотрит. Кривоклык. 10 рун. Окей. Заберите яйца. И Громгильда. Тусклый тоже янтарь. Ну, на другое даже и не рассчитывал. Так, в принципе, наверное, здесь все, да, получается.
Здесь всех отправили. Так, Буйволор, друзья мои, у нас стал титаном. Буквально вчера за кадром играл, я его прокачал. Так, пускай летит за рыбой. И вроде бы как больше здесь пока ничего мы сделать не сможем. Тут вот еще заказал вот эти камни убрать. 480 миллионов стоит убрать камушки, нормально? Блин, улучшить. Я еще представляю, сколько он будет улучшаться. Сколько времени или часов, я не знаю, там, или дней. Так, блестящий янтарь. Так, можно заказать вам еще? Можно. Так, теперь давай посмотрим здесь. У нас, по-моему, как раз, да, последний пак. Ну что же, на арену пойдем за паком. Поехали. Сразу же. Возьмем сегодня два пака вождя, я думаю, будет нормально. А завтра, или когда уже, послезавтра, мы с тобой пойдем на событие, которое называется выживание. Так, ну что, древоруб, тройной удар и, как ты видишь, пристиголовый. Начнем, пожалуй, с древоруба. Это не древоруб, это парящий прихвостень. Да, древоруб немножко другой. Так, он мне тоже, да, защиту понизил? Ах ты, жук ты. Так, тройной удар, не лезь. Ну как же, как же, как же он не сможет лезть? Конечно, ему нужно, ребята, полезть. Все, мы его потеряем сейчас. Теперь нам нужно как можно быстрее уничтожить пристиголового. Твою налево. Не получилось, сейчас фаербол зарядит. Так, ну что, помогай-ка нам. Бомби своего другана. Вот так вот. Бог в помощь, как говорится. Так, ну что, сейчас он промахивается. А мы с тобой раз-два. Добивка? Не понял. А сфига ли инициатива-то такая? Эй! На тебе. Так, ну здесь мы видим у нас... Громорук, злобный змеевик и кривоклык. С кого начать? Ну, давай начнем, наверное, со змеевика. И что творяет? Хотя, на самом деле, мне бы выгоднее было бы громорога забомбить. Если уж на то пошло. Сейчас доиграемся. Промахнулся, отлично. Кого он будет бомбить? Чего? Защиту поставил? Серьезно? Окей, это твое право. Это чисто твое право. Кусаем. Так, сейчас они вдвоем сходят. Ну, а дальше Барсик, наверное, добьет Громорога. И потом мы уже будем заниматься Кривоклыком. Замечательно. Так, поехали. Снижаем с него защиту, которую он себе повесил. Ну и все, наверное. Давай, наверное, так сделаем. До свидания. Ну и очередной у нас поединок. Я вижу здесь... Вот можно, в принципе, сейчас заняться громорогом. Очень быстро его можно уничтожить. Есть, конечно, вот этот вот супостат вместе с этим. Нам сейчас тут все карты не портят. Не спутают. Так. Ну вот, почему-то, когда я наводил на удар, показано, что все здоровье у него отнимется. Но на самом деле почему-то нифига не все. Давай, наверное, сюда бомбану. Да. Уничтожили, к сожалению. Ладно, я тоже добью. Блин, вот как мы теперь будем? Наверное, надо брать вот этого вот. Или этого взять в слепоту. Кого тут лучше взять-то? Наверное, все-таки вот этого. Так, так. Пускай он там бомбит. Броню, главное, чтобы он... А че же он не стал броню-то с него? Сейчас фаербол. Ух. Как он больно зарядил, а?
Ну давай, сделай там что-нибудь нормальное. Красавчик. Еще вытворяет. Как думаешь, выживем? Нет, не выживем. Жаль. Так, ну здесь я, наверное, все-таки... Давай с этого начнем. Сородич Кривоклыка. Сейчас они вдвоем сходят, потом мы, ну, будем его бомбить. Хотя, честно говоря, Кривет меня тоже не особо сильно радует здесь. Будет он делать электричество? Угу. Вот так вот он решил. Окей. Блин, он еще и усиленную атаку сделал. Барсику моему сейчас крышка будет, 100% говорю. Сейчас он забомбит Барсика. А дальше мы с тобой что сделаем? Мы забомбим. Как тут сделать-то лучше? Наверное, хиляться нам не надо. Давай я так вот сделаю. У них у обоих пониженная броня. Так, теперь хильнемся. Твою налево, что творит, а? Массово сделал атаку. Но это ему не поможет. Вот так. Ну что, друзья, с паками нам не особо сильно повезло. Как ты видишь, 3 обычных выпало. Ну и пак вождя. Шторморез, Костолом, Пристиголов, Водорез, Дымодышащий и Кривоклык. Ребята, еще одну карточку, и он прокачивается. Слушай, ну опять же не факт, что прокачается. Если мы глянем на нашего Кривоклыка, информация о нем. Какого он должен быть уровня? Вот еще самое главное. Потому что прокачка не ограничивается только лишь одними карточками. Если у него неподходящий уровень, нам не дадут его апнуть. Это не стоит забывать. Так, ну что, ребята, пойдемте тогда за вторым паком вождя. Да, я хочу продолжить. То есть нам нужно забомбить 8 драконов вражеских, и мы получим с тобой еще пак. Так, ну что у нас тут? Не знаю, давай так, наверное, с Кривета начнем. Упс. Так, давай просто укусим. Сейчас они тут вдвоем разыграют партийку. Окей, погнали. Так, укус. Скала. Фига он шпарит своими фаерболами. Ты посмотри, а, все на Барсика переключились. На, Барсик, на дорожку ему, как говорится, звездание. Понятно. Слушай, а есть ли смысл, может быть, так лучше? Во. А этот не стал применять свой суперудар. И зря. Так, мы хильнемся. Так, и добивка. До свидания. Ну, как-то у нас тут Пристиголовый, опять же. Почему фиолетовый и красный все время, а? Вот сколько мы играем, 2 фиолетовых и красный. Или 2 красных плюс фиолетовый. Что это за такое? Где синие, например? Где ваши синие? Ух, Барсик, бедолашка ты наш. Молодец. Так, это сейчас фаербол зарядит. Решил без фаербола обойтись. Ладно. Нам нужно его распечатать. И желательно быстрее. Сделаем отхил. Так, ну что, остается один громль. Поехали. Фаербол? Нет. Что-то фаербол он не выпускал, кстати. Так, Кривет, Громыль, Шторморез. Давай, наверное, так сделаем.
Ну давай штормореза тогда первым уничтожим, раз уж он хорошо разбирается. Опа, понизил мне атаку. Так, мы хинуться, мы должны хинуться, в принципе, сейчас. Замечательно. Так, а теперь кревет. Ну-ка. Ну, в принципе, он уже все, не жилец. Его барсик уничтожит. Давай. Так, а вот теперь фаербол, да? Понятно. А он еще и страж, ко всему прочему. Тяжело будет разбираться, но все равно мы его разберем. Никуда он не денется. Смотри, что творит, а? Так, и последний удар. Это сделает кривоклык. Вот и все. Ну что, ребята, вот он и пак вождя. Очередной. Костолом, кревет, лавары, крылатый ужас, шторморез, алая плеть, вострозуб, грозокрыл. Я думал, может быть, все-таки дадут нам кривоклыка. Нет, не дали. К сожалению, не дали. Ну, что, ребята, не дали, так и не дали. На нет и суда нет. В общем, наша основная цель — это добывать очень много древесины, ребят. Очень много древесины, потому что для того, чтобы прокачать кузню, нужно 600 дерева. Как мы уже увидели, как мы в этом убедились. Жалко, что нет события, так бы я наверняка там бы смог заработать, в принципе. Да? Мне кажется, да, смог бы. О, 40. 40 железа, вот родной мой. Лети за добычей. Так, ты тоже лети за рыбой. Вроде бы все, да? Сто шестьдесят. Да ладно, лети. Завтра события, точнее послезавтра. А может быть даже завтра. И возможно мы с тобой насобираем все-таки нужное количество. И тогда у нас все будет окей. А на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.